вас сегодня в этот день нашего рождения. В свою очередь мы подготовили вам обширную программу. Прошу любить и жаловать. Сделаны с элементами кос. Делалась каждую прическу примерно 20 минут, можно, в принципе, и самой. Значит, тут мы заплетаем обычные три косы, текстурируем их, вытаскивая пряди, и просто шпильками укладываем по кругу. Также, если хочется сделать какой-то акцент вместо челки, да, если ее нет, можно заплести просто ажурную косу, также ее затекстурировать и брать. Это вот невидимка, в принципе, все просто. Попробовать дома на друзьях можете в ваше свободное время. Тут у нас также идут только не косы, а жгуты. Делается тугой хвост, питаются жгуты. Жгуты переворачиваются, если кому-то будет интересно, я потом на модуле вам могу показать, как именно делается. Также текстурируются, вытаскиваются пряди, также укладываются, и также, если нет челки, мы берем, выделяем зону, также делаем жгуты, также текстурируем и также заправляем. В этой прическе она тоже быстро убирается, но, в принципе, тут подольше. То есть, если ребенку сделать, да, девочке на выпускной, там, на первый звонок, 1 сентября, то пытается 5 кос обычных, только внешние, которые можно также текстурировать. Также управляется, и потом это все убирается. Если волос тонкий, его мало, делается также 5 кос, но только потом укладывается еще по пробору. Ну и также мы просто оформляем челку, в принципе, прическа готова. Тут у нас маленькие наши человечки. Девочки коса, тоже, которую можно легко сделать там маме-ребенку. Потом подробнее я тоже буду доплетать косу. Также, кому интересно, будете подходить, спрашивать. Очень легко, и волосы прибраны, и красиво. Ну и также модная мужская стрижка на мальчика. Сейчас в основном стригут с боков покороче и сверху подлиннее. Как бы обычно так стригут, но тут разница по длине, она более заметна. С боков можно убирать совсем под ноль, а сверху оставлять длину 10-15 сантиметров. И также ее укладывать. Ну, мои модели, в принципе, все. Вставляем вот эти вот прядки. Все у нас из 4 прядей.
Вместо трети у нас лента. Крепим, можно невидимкой, чтобы она не сползала. Стреляем три пряди. У нас идет правая сверху под лентой, потом на прядь. У нас получается штопкой. Шампунь наносите на кожу головы, потому что у нас кожа головы выделяет мигрень, которая, в принципе, волосы выделяет. Когда наносите бальзам, мигрень наносите его на корни, потому что волос, естественно, будет быстрее загрязняться. Волосы полотенцем никогда не протирать. Можно промочить полотенцем, да, влагу лишнюю убрать. Лучше всего, если вы будете это сушить волосы, естественно, только без фена. Ну, либо с феном пользуюсь собой, либо термозащитой. Да, вот. Ну, вкладку я делаю, нанесла просто пенку на влажные волосы, включила бигуди. Высушила феном, либо они высохли естественным путем, потом я просто снимаю, укладываю так, как мне надо, фиксирую лаком по пряди, вкладка готова. Thank you.
Так же делается жгутами. Если вы заколкой ее зацепите, то ваши пути не, если их правильно крутить, они у вас не распадутся. Почему за ней? Смотри, как вам надо. Также удобно делать с вот ободки, которые подаются. Mm-hmm. Там просто волос подворачиваешь, так же его текстурируешь. Это не надо. Заколоть, как пускай она распустится, но он будет держаться. Вот, видите? Также можете текстурировать, но так как волос короткий, они будут вылазить. Все тут он заколоть заколкой. Пожалуйста. Невидимку оставить, он заколоть. Ну, пока оставьте, да. Спасибо. А сейчас я еще хочу представить вашему вниманию еще одну модель. У нас стрижка, которую подготовила нам Катя Попкова. Пожалуйста, девушки, проходите. Здравствуйте. Вот моя модель. Я выбрала такую стильную стрижку. Я сказала, что она лучше всего подойдет для этой модели. И покрутись, покрутись. Thank you.